Добрый вечер, друзья. Добрый вечер еще раз. Спасибо большое, что вы пришли, что вы сегодня здесь, что мы сегодня здесь. Тоже спасибо ребятам. Спасибо. Сегодня я на самом деле очень рад, что как бы это немного прощальный концерт. В хорошем смысле. В смысле я вернусь, но месяца через 4 только. И поэтому сегодня мой такой из открытых концертов, мой последний концерт. Я очень рад, что столько народу пришло сегодня. И что я играю именно с этими ребятами, которые за мной. Один за мной, а другой справа. Вот тот, что справа, его зовут Евгений Уваров, он играет на гитаре. Музыку, которую мы будем исполнять, принадлежит в основном именно перу именно этого человека. Игнат Кравцов играет на барабанах сегодня. Пожалуй, мы начнем, а по ходу я буду еще немножко рассказывать о музыке, которую мы будем исполнять. Спасибо. Thank you.
Thank you.
спасибо. Это три композиции, которые прозвучали, принадлежали авторству Евгения Уварова. Еще раз. Вот такой у нас композитор в коллективе. А следующую композицию я придумал вообще, что мы будем ее играть буквально вчера. Я вспомнил один очень красивый вальс моего друга, с которым мы учились вместе. К сожалению, его нет сегодня в зале. Его зовут Николай Сидоренко, потрясающий джазовый пианист. Мы учились с ним в училище, знакомы очень много лет. И давно, лет 12 назад, мы играли одну из его песен. Я даже не знаю, кстати, как она называется. Знаю только, что это вальс, знаю мелодию и гармонию. В принципе, этого достаточно, чтобы вам ее сейчас сыграть. Так что звучит вальс Николая Сидоренко. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Сейчас. Именно сейчас я бы хотел пригласить на эту сцену своего большого друга, потрясающего музыканта, композитора и пианиста Валерия Степанова. Поприветствуйте, пожалуйста. Мы сыграем одну композицию вместе. I'm gonna go to the bathroom.
Thank you.
Шоу Пруф, Херби Хэнкока и на клавишах играл Валерий Степанов. Спасибо. И мы продолжаем. Судя по всему, когда составляли программу, мы решили сыграть на контрасте, потому что нельзя же так долго убивать. И сейчас мы сыграем очень красивую балладу, которая называется «Флэшбэк». Ее написал Евгений Уваров. Спасибо. Thank you.
Спасибо. Наш знак, Евгений Уваров. И как это не прискорбно, мы подошли к финалу, к концу нашего замечательного выступления и вечера. И сыграем для вас последнюю композицию, которая называется Liberty City. Это из программы Жака Пастореса и Вазер Репорт. Спасибо. Thank you.
Попросили. Мы ничего не готовили, поэтому то, что вы услышите, вы сейчас все знаете, я думаю, эту композицию.
участие. Начинайте.